Всем привет, с вами канал Максим Мобайл. В этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне Motorola Moto G4 Play. Начнем с игры GTA San Andreas. Офлайн. Так, опции, Display Setup. Давайте выставим так, как идет по умолчанию графика. Это средний уровень, и вот эти вот ползунки, они тоже на среднем, на 50%. Процентах. И продолжим. Уже запускал я игру, посмотрел, как работает. Сейчас еще раз посмотрим, но уже на видео. Средний уровень графики. И видите, что игра работает ужасно. Играть невозможно на настройках, которая идет по умолчанию. Сейчас выставим теперь на минимум. Low. И продолжим. Вот это минимальные настройки графики. Графика теперь, конечно, намного хуже, но мы уже можем, по крайней мере, играть в эту игру. Но при этом лаги никуда не исчезли. Их, конечно, они уменьшились. Но игра все равно лагает. И особого комфорта от игры, ну, некомфортно, и особого удовольствия от игры не получаешь. Вот. Когда нет никаких машин или других движущихся объектов, там людей, то еще нормально. Но когда появляются вот машины или люди, то игра начинает лагать. В общем, GTA San Andreas особо не поиграешь. Переходим к следующей игрушке Dead Trigger 2. Что ж, уровень графики минимальный, тоже low, но игра работает плавно, в отличие от GTA San Andreas. Тут мы можем играть на минимальных настройках графики, но игра работает. В общем, здесь играбельно. Плавно работает. И теперь третья игра. И последняя, Mortal Kombat X. Она будет запускаться достаточно долго, поэтому пропущу загрузку. Видите уже саму игру. Запустилась игра Mortal Kombat X, но работает она неплавно. Вот видите, что по FPS идет большое проседание. В общем, играть можно, но тоже от такой игры особо удовольствия не получаешь, потому что, ну, лагает. Не знаю, будет ли на камере заметно, но похоже, что заметно. Видите, что как оно неплавно работает. В общем, вот так вот. Из трех игр только Dead Trigger 2 запустился более-менее. В обзоре запускал Asphalt 8, там тоже работало более-менее. Ну, в общем, вот так вот. Некоторые игры работают более-менее, некоторые плохо. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!